Так, Волкмастер Стелла. Размер 3 четверти. Сейчас проверим каждую клавишу на разжимание и сжимание меха на всех регистрах. 5 штук регистров. Все переключаются отлично. Проверяем. В разлив. Это был унисон, сейчас разлив. Мастер-регистр, включены все три голоса, инструмент трехголосый. Фагот отвечает отлично. Так, проверим на регистре, который звучит в унисон, сыграя упражнение гаммы для учеников. Вот. Чисто на этом регистре. Так, проверяем левую сторону. Здесь три регистра. Переключается тоже отлично. Центральный, основной. Проверяем на нем. Что-нибудь сыграть, цыганочку сыграю на регистре в разлив.
сыграю эту же мелодию на регистре центральном, где все голоса включены. Сейчас разлив сыграю под небом Парижа кусочек. Ошибся, ребенок отвлек там, что-то крикнул. Так, это было под небом Парижа. Сейчас сыграю на этом же регистре, который в разлив, тонкую рябину. Thank you.
Так, вроде все проверил. Вот такой вот инструмент. Проверим компрессию. Сейчас подниму за правый полукорпус. Вот поднял. Компрессия в норме. Вот под своим весом. Вот. Инструмент не залежавшийся. Вот. Так, инструмент не залежавшийся, на нем постоянно играли. Вот, это хорошо, голоса не ржавые. Лаечки все на месте, как положено, стоят стоя, не отогнуты. Вот, есть стяжечки меха с двух сторон. Кнопка спуска воздуха работает. Мех в хорошем состоянии. Вот. Ремни еще послужат. Тоже аккуратно хозяин, бывший хозяин очень так аккуратно их шил. Такие аккуратненькие ремни. Не знаю, может, профессия у него такая была. Тут и клепочки он аккуратно сделал, ровненько. И строчки ровные. Может, профессия у него такая, где шьет. Где люди шьют. Может, отдавал куда-то, кто-то шил. Так. Ну, что еще рассказать. Старичок, но еще бодрячок. Еще в строю будет долгое время. Вот. Сделал здесь профилактику полную. Все отрегулировано. Где надо, смазано. Все вычищено. Полная была капитальная профилактика. Иногда бывают инструменты попадаются новые, но там все отваливается. Все голоса отваливаются, лайки все загнуты. Резонаторы расклеиваются от времени. То, что лежал в неправильных условиях. Ну, может быть, и в правильных, просто от времени все рассохлось. Все дерево потрескалось, рассохлось. А которые инструменты игранные, на них постоянно играли. Внешний вид бывает не очень хороший, но они звучат хорошо. Вот, все нажимается в них, ничего не клинит. Это вот в большинстве случаев такое вот бывает. А вот в новых, к сожалению, надо большие такие ремонты делать. Все перевосковывать, лайки переклеивать. Такая кропотливая работа. Вот, к нему есть жесткий кофр. Тоже, в принципе, в хорошем состоянии. Замки все работают. Такой особо не потрепанной жизни, а бывает... Убитые кофры. Люди как? Достают инструменты из кофров. Кофры бросают. Перемещают, просто так кидают. И ремонты идут, на них все капает. В гаражи закидывают, а инструмент стоит. А потом, когда продают, достают кофр, он весь разбитый. А инструмент нормальный. Так что, а здесь все в достойном состоянии. Так что, вот, если понравился инструмент, звоните. Приезжайте, посмотрите.